Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Сегодня я хочу поговорить про такую игру, как проект Армата. И говорить будем конкретно о танке М113. Это американская боевая бронированная машина первого уровня. Она относится к ветке Софи. Если идти к поставщикам, вот, ветка Софи. От нее уже идут здесь дальше ветки с 1 по 10, так как она 1, дальше идет 2, 3 до 10 уровня. Здесь можно прокачивать технику, открывать САУ, колесные боевые машины, ОБТ, БМП. Ну, ассортимент довольно большой. Конечно, есть и прем-техника. Это, я думаю, каждый может ознакомиться с этим. Что дальше? Этот тип техники может быстро захватывать базу и получать бонус к радиусу обзора, когда танк не двигается. Да, в течение пару секунд, когда танк не двигается, обзор увеличивается до максимального. Также заметность ББМ во время движения не повышается, если вы не превышаете значение 20 км в час, то есть 40% от максимальной скорости. ББМ может помечать цель, и пока держится метка, противник теряет незаметность и получает максимальный урон. Брони у этого типа техники практически нету. Ну, точнее сказать, ее просто нету. Так как здесь лоб, вот эта плита лобовая, имеет 34 мм. Борта и то толще имеют 41 мм. И корма 34. Что вперед, что корма одинаково. Башня во всех плоскостях 12 мм. Тоже брони нету, но и этой техники и не нужно, так как она довольно быстро имеет 57 км в час. Для того, чтобы двигаться быстро, броня, конечно, будет мешать. Вы сами понимаете, задача этой машины светить, вовремя перемещаться, наносить максимальный урон. Так как этот танк является барабанным, у него 30 снарядов есть. Урон в минуту 3373 единицы, а время перезарядки барабана почти 6 секунд. Используется бронебойный подкалиберный снаряд. Ну вот это топовые снаряды, которые здесь я поставил. Их надо прокачать. Они имеют 69 пробития, 22 урон. Это с головой хватает на первые уровни. Там вы все будете пробивать. Со вторыми уровнями, да, могут быть там у некоторых танков, у которых броня потолще, проблемы. Но в борт заехать их, нашпиговать с барабана. Или такие же там танки второго, даже пусть третьего уровня, которые тоже являются техникой засвета. И тоже они не имеют брони, так как и артиллерия. Вы сможете спокойно пробивать половину танков из ваших вражеских собратьев. Так что тут переживать вам нечего. Что касаемо обзора. 465 метров имеет обзор этот танк. Углы склонения орудия минус 3 градуса. Разброс 0,16 и время прицеливания 2,2 секунды. Этот танк состоит из трех членов экипажа. Один из них это командир, который может быть прокачан до 5 перков. И еще два члена экипажа. Из них это механик-водитель, который может прокачать 2 перка. И второй это наводчик-заряжающий, тоже может прокачать 2 перка. Давайте, наверное, поедем в бой и уже в бою разберемся, что он еще может. Кстати, прочность 660 у него единиц. Итак, карта «Горящий песок». И мы попали тут, конечно, не в топовый уровень. А у нас даже против нас не только вторые, но и третий уровни есть. Но я думаю, это не так печально. Я не собираюсь тут показывать какой-то мастер-класс, а просто показать на нем бой. Что очень удобно. Здесь уже есть, как кто знает, World of Tanks лампочка. Когда вас засвечивают, вы сразу видите. Ну, World of Tanks надо качать, это, а здесь она уже по умолчанию есть. Довольно удобно. Графика, конечно, видите, на каком уровне. У меня почти на максималку выкручено. Там некоторые чуть-чуть сделал меньше. Действительно, прожиралось FPS довольно сильно. Моментами FPS высокий, моментами где-то проседает, в зависимости от растительности и то, что происходит на самой карте. Так что тут надо оптимизировать, как, ну, как получится, в зависимости от мощности вашего компьютера. Но я попробовал более-менее оптимизировать. Иногда просадки есть, но они не критичны. Графика, вы видите, просто потрясающая. Если сравнивать с World of Tanks, конечно, по графике наши любимые танчики проигрывают. Ну что ж, я еду вперед. Видите, какой набор скорости хороший у танка. Сапает, что сумасшедший, блин. Я сейчас очень быстро буду стараться занять какие-либо позиции для подсвета.
Я думаю, у меня это получится, потому что, в принципе, есть танки повыше уровнем, и у них обзор может быть даже больше, чем у меня, хотя я буду надеяться, что этого не случится. Вся остальная тактика боя, я думаю, вам довольно должна быть знакома, так как это как и World of Tank. Shift, переходите в режим прицела, скроллом увеличиваете, уменьшаете его кратность. Сейчас попробуем в эти кустоманы стать. И что-то тут подсветить. Сейчас стану так, чтобы я еще и стрелять мог. Видите, сейчас на карте. Оп! И сразу обзор увеличился. Ну, есть, конечно, круг максимального обзора. И второй круг — это мой максимальный обзор. Это, опять же, в танках тоже это есть. Так, есть какие-то враги. Но я попробую сейчас чуть ближе подъехать. Так, за насыпью. Когда враг, он, кстати, подсвечится не тускло-красным, а ярко-красным. Это значит, в зоне досягаемости противник до вашего выстрела. Видите, сейчас пока что я никого здесь не вижу. Сильно ломиться мне тоже стрёмно. Потому что брони нету, и некоторые танки там меня с пару выстрелов просто могут сделать. И я вот сейчас думаю, какое правильное решение мне предпринять бы. Я надеюсь, что вот этот вот карапуз вылезет из-за своего холма. Но он не хочет вылазить, я смотрю. Давайте, наверное, я перемещусь чуть-чуть, потому что пытаюсь держаться на максимум расстоянии. Когда уже бой будет заканчиваться, я надеюсь, в нашу пользу, я буду, конечно, агрессивно более атаковать. Я думаю, вы сами это понимаете. Но здесь меня могут уже и подсветить. Хотя, давайте сейчас посмотрим. Где эти вражеские танки? Хрен знает, никого не видно. Что самое обидное, я никого здесь не могу выловить. Так, два противника уже повержены нашими союзниками, а я пока не удел. Ну, не хочу я на рожом ехать, честно. Я просто знаю, что этот тип техники, конечно, в топе еще что-то там устраивает, какие-то депрессники. Теперь видите, да? На С можно перезарядить. Играем в такого кустодрочера легкого. Всевозможными способами помогаем нашей команде. Ну и тут, конечно же, надо брать упреждение, вы сами это понимаете. Я не знаю, где эти черти все ездят. Ну, у этого, я думаю, нету смысла стрелять, так как он... Хер пробьешь эту Т-54-ку. Блять, мне не хватило барабана. Слава богу, тут быстро перезаряжается, конечно. Так, этого хряпнули. Еду я дальше. Попробую сейчас заехать чуть в тыл. Ну, сачно мне, блин, честно говоря, сейчас выезжать и прям подыхать здесь. Я думаю, вы это понимаете. Отлично, даже я его смог укопать здесь. Это радует меня. Давайте потихонечку подкрадываемся в тыл. Я принес все-таки уже пользу какой-то команде на своем первом уровне. Сейчас попробуем кого-то просветить, может накинемся даже на кого-то, не знаю, я еду пока в тыл, я вижу на карте, видите, отметки, так как и World of Tanks, тоже где последний раз был засвет. И я, конечно, поэтому очень сильно ориентируюсь. Блять, я еще так говно не пробил. Тут, ёб твою мать, 54-ку эту. Надеемся, на, конечно, на его кривые руки, на эту 54-ку. Но я меняю позицию, потому что он меня сейчас тут просто кончит, мне кажется. Этот 54-ка здесь, я вам скажу, довольно бронированная, как и в танках. Блять, а тут 3 часа это говно надо пробивать, я так понял. Мне везет, что он косорылый слегонце. Слава тебе, господи, убили этого тюленя. Так, ну что, давайте тогда
кого-то добивать здесь. Я смотрю, у нас ПТ-76 вообще бедный, блин, без жизни. Я, он бы лучше вперед не ехал. А вот я таки поеду, потому что у меня жизни до хрена. Я ныкался, блядь, все это время. Больше надежды на команду оставлял в развитии событий. Я чувствую, на этом все и закончилось мое путешествие. Хотя он можно еще на 54-ку, да, напасть. Неожиданно, если ее там сейчас не захреначит. В принципе, жизни много, можно поборзеть. Почему бы и нет? Заедем сейчас в тыл и будем ее гасить, блядь. В борта. Видите, борта только сзади у нее пробивали, что самое интересное. Так, блядь, что за броня там по бортам, блядь, сумасшедшая. Или это гусеницы просто урон весь проглатывали. Короче, тут непонятно. Ну вот, видите, в таком стиле был проведен бой на М113, американцы. Я думаю, вам понравилось. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.